Так, теперь вторая часть работы с шеей, шейным отделом, да, мы ее будем сейчас растягивать. Для этого мы должны повернуть голову. Подожди, ты лежишь ровно. По оси стола, да, как бы, да, положи ее за ноги. Ага. Вот. Шея при этом вот изначально лежит тоже ровно, да? Но нам нужно ее повернуть чуть-чуть назад. Вот так, да? И автоматически голова укладывается у нас на стул. Вот эта спина. Говорите, да? Включите. Вот, смотри, чтобы ты понимал, скула, она упирается, да? Угу. У тебя момент движения будет за вот эту самую упирающую косточку здесь. Угу. Чтобы вот она вращение идет, видишь? Покачивание. Ну, возьми, почувствуй. Вот так вот, да? Не-не-не, пока не хватайся, зачем? Ага. Просто почувствует, есть качание. Угу. Видишь, подожди, немножко не хватает. Значит, надо... А, ну прямо вот, да, должно быть именно вот. Ага. Да, во-во. Вот сейчас видишь? Угу. Вот. Иногда человек сам сползает, да, типа ему удобнее, по-другому лежит, он перекладывает. Не добиться того, чтобы человек лежал так, как тебе удобно, а не ему. Понимаешь? Я специально своих пациентов предупреждаю, все, сейчас ни о чем не думаю, расслабься, головой не двигай, вообще, вообще не двигай, ничего не делай, ничего, ничего, вообще ничего не делай, все, 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 я сам положу. Вот я кладу, да, когда я убедился, что ровно лежит, рука моя зажимает череп снизу, да, ну, под вот этим сосудами, угу. Да? И как бы вот удобно она лежит, уже растягивает дальше, я продолжаю движение дальше, да, а эта рука упирается перпендикулярно в плечо, ну и параллельно оси тела, да, и прямо вот я, даже чтобы крепче закрепить его, иногда вот вторым пальцем еще сюда, вот, раскачиваю плечо, крестом-крестом и шею одновременно, видишь, она уже сползла. Чуть-чуть, да, чуть-чуть сползла. Успевает сползти. Вот. Раскачиваем. И потом я делаю движение. Сейчас. Вот. То же самое, в принципе, можно сделать, если мы стоим с этой стороны. То есть нам надо что? Положить на скулу. Голову вот на скулу. Движение на самом деле безопасное, потому что под 45 градусов мы всего лишь декомпрессируем все позвонки. Да, ну тут, да, вот здесь я согласен. Тут что... ничего, тут сломаться ничего не может. Противоположное плечо я держу крепко. Могу даже вот своим телом держать. И ловлю ее вот это место, да, и вот так сюда поворачиваю. По поводу поворота у нас получается, смотри, вообще все движение у нас получается по спирали, да, мы растягиваем. Но сам поворот, он двойной. Во-первых, это траст, да? Угу. Растяжение. А во-вторых, мы иногда можем рукой почувствовать, что что-то там не до конца, да, осталось. Можно ротировать прямо перпендикулярно столу. Угу. Вот, теперь укладываем голову обратно. И чтобы шея не затекла. Вообще можно даже и с той стороны стоять, ты понимаешь? Ты когда принимаешь движение, ты можешь руки поменять так, что можешь стоять и с этой стороны. Вот. И двигаться вот так вот. Закрепостили, да? Или даже вот за шею можно. Но тут, и, тут правда, опасно горло что-то не передавить. Поэтому удобнее все на череп. И смотри, вот когда, видишь, верхняя часть черепа, вот это сейчас у нас шишечка такая, да? Мы ее давим вот туда. А когда мы, вернее, это когда вот в первый вариант, да, тут прям такой нюансик, вот я за одну секунду сразу чик-чик, и вот стороны вот. Такое. Вроде два движения, да, но они как бы слитые. То есть я давлю туда. По спирали растягиваю, да. А теперь я вот сюда же давлю, чуть перевожу руку на ухо прямо. И вот в эту сторону. Вот. Так, давай положим голову в другую сторону, а то уже моя шея там затекла. Да, мягко поворачивайся. Вот, а в следующем видеоролике мы кое-что еще интересно покажем, а сейчас потренируемся сами.